В станице Запорожской состоялось торжественное открытие после капитального ремонта здания сельского дома культуры. На церемонию открытия культурного центра прибыли почетные гости. Депутат Законодательного собрания Краснодарского края Ирина Конограева, глава Темрюкского района Федор Бабенков, председатель Совета муниципального образования Темрюкский район Александр Шерстнев, главы поселений, гости и жители станицы. В 2016 году, благодаря помощи депутата Государственной Думы Ивана Демченко, сельский дом культуры станицы Запорожской был выкуплен и передан в собственность поселения. На его ремонт из районного бюджета было выделено более 14 миллионов рублей. За счет средств поселения приобретена одежда сцены. И вот после пятимесячного ремонта сельский дом культуры распахнул свои двери для жителей станицы. Для станичников и всего района открытие Дома культуры стало долгожданным и радостным событием, которое еще больше объединит селян, позволит проводить досуг разнообразно и полезно. С праздником станичников поздравили артисты Краснодарской филармонии имени Григория Пономаренко.